У родителей будущих первоклассников и учеников православной гимназии появилась возможность вспомнить школьные годы и на 45 минут окунуться в детство. Перемены, звонки, написанные на доске, темы уроков. Благодаря проекту «Открытая гимназия» родители могут посетить школьные занятия, посмотреть на то, как и чему учат детей, и пообщаться с педагогами. У нас расписание составлено так, что мы в течение 10 дней проводим открытые уроки с 1 по 10 класс по любому предмету. Вот, в день проходит несколько уроков. Даже если вы только в первый класс отдаете, вы можете прийти, например, в 10 класс на физику там, или на химию, посмотреть, что же там будет через 10 лет. Уже 1 февраля стартует набор ребят, которые в сентябре впервые пересекут порог школы. Поэтому открытые уроки в основном проводят для родителей будущих первоклассников. Вместе с ними за одной партой сидят мамы и папы тех ребят, которые уже занимаются в гимназии. Правнук Георгия Михайловича учится в 8 классе. Когда ты присутствуешь сам, ты видишь, чем он может что его может заинтересовать, как ты можешь возбудить вот этот интерес, то есть сделать какие-то выводы в целом для процесса. Очень важно понять, видишь, как твой отпрыск воспринимает то, что ему дают. Учитель начальных классов Андрей Камчатный работает в православной гимназии первый год. За партами его подопечные – ученики 3 класса. На заднем ряду – родители ребят и будущих первоклассников. Гимназии, школы, образовательные учреждения, они открыты. То есть нет такого, что привел ребенка, и все, дверь закрыта, и родителям все, ни шагу дальше. Нет, наоборот, это контакт родителей с учителем. Когда работают совместно педагог с родителем, и получается хорошая отдача с детьми. Посетить уроки по различным предметам родители смогут до 25 января. Дарья Цапарыгина, Константин Островский, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24.